самолете, якобы. И якобы за дебош в самолете его с этого же самолета и сняли. Кто информацию распространил? Вице-президент ВКонтакте Илья Перепопский. Единственная кинороль в этом фильме. Маша, ты уже чувствуешь, что для тебя все горизонты, все перспективы открыты. Ты можешь сказать, друзья, отправиться смотреть киношку на Facebook. Да, на этом фоне неудачи. Напомню, что показ состоится в кинотеатре «Король» фильм «Баррикады» 17 апреля. Ну а твоя игра состоится, Маша, прямо сейчас. Желаю тебе удачи. Желаю удачи. Ебаный, сука, блин.
ты в зеркало смотри, ёб... Я смотрю в зеркало, блядь. Еще смотри, ёбаный, в рот, блядь. Ты ёбаный, блядь, а не я, нахуй. В зеркало смотри, блядь, в следующий раз, блядь. Я смотрю в зеркало, когда выруливаю, блядь. Нихуя ты не смотришь, блядь. Урод, блядь. Все. Лось. Он его отец и его. Вот. Ну, как сказать, песня-то про поколение, можно сказать. То есть, когда приезжаешь, утром приезжаешь и видишь, что парень, который ты видел с кем-то в пионерском лагере, даже чуть не повздорил в свое время. Ну, детские чисто вот эти воспоминания.